Блин, смотрите, у меня сегодня охрененный мукбанг. Ну, в смысле, сейчас не обращайте внимания. Цочка, если сейчас хочу. Ребят, всем привет. Блин, смотрите, у меня сегодня охрененный мукбанг. Обалденный. Шампиньоны. Я сама их мариновала. Салат. Пошла в магазин. Увидела редьку зеленую. Потерла с морковкой. Ой. Я всем с ночи, не обращайте внимания. И ходила сегодня в Магнит. Зашла с работы. И купила вот такую свинину. Свинина в желе. Она, правда, немножечко подтаяла. Давайте вот попробуем. Кусочек, если еще захочу, еще положу. И картошка. Картошку я не умудрялась быстренько начистить. Не, даже не чистила. Ну, как по-деревенски, но, в общем, все быстро. В духовке. С перчиком. С маслицем. Это же вкусно. В общем, свинина по акции 69,90. Ну, представляете, вкусная зараза. Если будет, надо еще купить. Да все-то у меня вкусно. Смотрите, какие шампиньончики. Обалденно. Я еще не ела. Время спать, а я не ела. Как у вас дела, дорогие? Да-да, накладывайте тоже, садитесь рядышком, будем кушать. Дела как у вас, мои дорогие? Как детишки, не болеют ли? Самое главное, чтобы не болели дети. Опять сошла сегодня Магнит. Купила две банки масла. Ну, выйдет, наверное, распаковка, я не знаю, может, уже вышла. И все это у меня просто. Смотрите, картошка, грибочки. Все, Вован. Вован Ваути. Салат из редьки. А салатик какой вкусный. Огурцы стоят. Самый дешевый, по-моему, 140-159 килограмм рублей. Я думаю, я сделаю салатик из редьки. Редька 49. Овощи. И в Магните сегодня купила картошку. Не пошла в тот магазин, я про него рассказывала. Это мне мимо дома надо было проходить. И, кстати, в Магните очень хорошая картошка. Она прям в сетке. По 34 рубля. Там где 2 килограмма было. Чистить мне было лень. Я только намыла. И порезала. А шампиньоны у меня захотела Яна. И, кстати, самые дешевые шампиньоны у нас в паре. 200 рублей килограмм. Я купил грамм 300, ну, около 400 грамм. Они крупнущие. Ну, кстати, если вы сделаете вот так же вешенки, замаринуете, то ничем не вкусно, не хуже. Вешенки даже сочнее. Ну, своих грибов нет у нас уже. Да и было-то, наверное, не было в этом году.
Как-то был один грибной год. У меня вся морозилка, Ян любит грибы. У меня вся морозилка была забита практически грибами. Я мясо впрок никогда не покупаю. Там, ну, есть и есть, купишь, закончится, купишь. А грибов у нас было. Это что-то с чем-то. Счастье для моей дочери. Шампиньоны я делала, тоже записывала. Ну, не знаю, выпускать рецепт. У меня там лайфхак такой. Ну, чтоб шампиньоны, надо там корицу, по-моему, нет. А гвоздику. Перец, душистый перец. Черный чеснок. А я взяла приправы для огурцов. Вот не поверите, там все есть. И укроп, и гвоздика, и душистый перец. И ничего не надо выдумывать. Не куплю я пачку гвоздики, она у меня будет валяться. А тут я так быстренько. И все сделала. И все очень вкусно. Обалденно. Сейчас ведь наемся и захочу спать. А после еды так сладко спится. А дело в том, что мне завтра опять на работу. Вот и думай. Готовить я не знаю. А у меня все есть. У меня щи еще, плов. Грибы остались, вот картошка. Вот эта баночка открытая. Я все не съем. Ну все вкусно, в общем. Самая простая еда. В принципе, у кого есть свои еще грибочки, доставайте, кушайте. Микрофончик. Салат из редьки покупайте. Дешевле, чем редиска сейчас, ну, которая вот обычная наша редиска красная. Намного дешевле. Так и экономим понемножку. Ну, картошка всю жизнь простая еда была. У нас, кстати, никак не сойдет снег, представляете? У нас в городе столько снега. Опять передают. Усиление ветра, вчера какой-то дождик, не знаю, в общем. Никак погода не нормализуется. Ну, вроде слада мостит, тепло сегодня. Но в Москве передают вообще там не знаю чего. И у нас, значит, тоже бой. Теплую одежду еще не надо убирать. Прям балдю. Конечно, можно было сделать майонезик с чесночком. Но у меня вот есть. Обалденно вкусно. Знаете, я что-то уже наелась. Я сегодня даже губы не красила, ничего так. Я с вами в своем натуральном цвете. И я не еще картошку осталась. Все вкусно, честно. Но я не рассчитала ни салата, ни грибов. Это я все уберу, уж картошку-то я не положу уже в обратно. Поэтому картошку я доедаю. Но я, честно, объелась. Все, обалденно. Все, всех люблю, целую. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, не забывайте подписываться. Нажимать на колокольчик. И мы будем с вами всегда. Всех люблю, целую, ваша Наташа. Обняла.